Здравствуйте, дорогие друзья. Вот я убираю свеклу. Посмотрите, какая она у меня выросла в этом году. Вот это спичечный коробок, а это вот самые крупные представители сорта. Я сажала сорт Бордо, и вот такой вот он получился в этом году. Нужно сказать, что я сажала небольшой рядок, особо удобрения я тоже не ложила. Единственное, я сыпала гранулы от медведки и проволочника, и все. И вот такой вот урожай в этом году. Это не вся свекла, это просто часть, потому что мы уже ее и готовили, и придаривали знакомым и родственникам. Вот. А это вот то, что осталось, самые крупные представители, скажем так. И вот я хочу порадовать вас своим урожаем, то, что у меня получилось, и чтобы вы порадовались за меня. И, может быть, кто-то захочет в следующем году посадить тоже сорт Бордо. Ну, вы не пожалеете. Он и в приготовлениях, и в салатах, и в винегретах, и в борще кто ложит, очень вкусный. И так, кто в сыром виде ест. В общем, рекомендую сорт Бордо. Кто желает, можете сажать в следующем году. А то я выпустила видео с перцем, а там не озвучила сорта. И меня спрашивали дополнительно, что за сорта. И вот теперь вот свеклу убираю и вам говорю. Сорт Бордо. Я его сажаю каждый год. И не жалею о том, что сажаю его. Рекомендую, в общем. И вот еще часть морковки выдернула. Но это не самые крупные представители. Потому что были и крупнее. Но мы их уже съели. И родственников угощали. Вот. Это вот то, что из того, что осталось, самые крупные представители. Тут рядом я положила спичечный коробок, чтобы был виден размер. Сорт сажала витаминная. Сажала его первый год. И я не пожалела, что я его посадила. Он меня порадовал. Буду сажать в следующем году. Так что, кому интересно, кому понравилось, рекомендую. Тоже можете посадить этот сорт витаминный. Вкусовые качества тоже вкусные. Сладкая морковка. Как я ее буду хранить? Я ее помою, почищу на крупную терку по пакетикам и в морозилку. И потом, когда мне надо будет на супчик или на борщик, я просто достану и положу в зажарку. В общем, вот так вот. Кому интересно, оставайтесь со мной. Подписывайтесь на мой канал. Всем желаю быть здоровыми, счастливыми. Не болейте. И всем удачи.